И как в ролике, промо-ролике говорится, что вы еще зарабатываете на Форексе, да, или на Уолл-стрит, на акциях, а мы зарабатываем уже на криптовалюте. Потому что на криптовалюте, да еще благодаря хорошей команде трейдеров, мы можем получать инсайдерскую информацию и при этом зарабатывать хорошие деньги. Я вам хочу сказать, друзья, наблюдая за рынком криптовалют уже давно, я вижу, как сегодня идет вот это... как знаете, как раньше была золотая лихорадка, сегодня криптовалютная лихорадка. Я вижу, как люди ударились в биржу, я их называю кухонные трейдеры, да, им дали какие-то сигналы, они все хорошо заработали, но не учитывали такой момент и не знают многие, что такое памп, да, или слышали. И когда начался массовый памп, многие такие кухонные трейдеры, они, естественно, потеряли свои деньги, потому что иногда ты, когда входишь на биржу, когда ты видишь постоянный профит, хороший результат, тебе кажется, что на криптовалюте так всегда будет, но не всегда. И, естественно, когда происходит просадка, массовый памп, многие люди впадают в панику, не знают, что делать, как избежать. Но, честно говоря, работа с криптовалютой вообще на бирже человеку необходимо иметь железные нервы. Но когда вы работаете в команде, когда вам показывают, какую валюту купить, вы просто разложили портфель, она себе растет, она вам приносит стабильный доход, и вы не паникуете, стабильно работая, потому что компания Seiko не только нам предлагает работать и приумножать свой портфель криптовалюты, она нам предлагает еще построить на этом колоссальный бизнес. И, честно говоря, чеки сегодняшнего дня порадовали, потому что вы знаете, что с компанией Seiko люди зарабатывают каждую минуту уже работает, потому что маркетинг потрясающий, мы тоже об этом поговорим. Чек только сегодняшнего дня вот составил больше 1600 евро, да, и на сегодняшний день, это еще не вечер, мы еще продолжаем работать, двигаться, закрываются карьеры, выплачиваются всем премии, и действительно видно серьезность компании, работу, выплаты и, естественно, выводы. Многие люди уже выводят свои деньги на этот кэш и зарабатывают. Конечно, в переводе Seiko мы знаем, что это успех. Мы видим, есть определенные факторы успеха, которые на сегодняшний день позволяют компании Seiko идти в ногу со временем и делать прибыль. Я вам хочу сказать, что на сегодняшний день приведу такой пример. Да? Естественно, если чтобы спокойно работать, компания дает сигналы и говорит, ставить стоп-лоссы, на каком этапе это продать. Что происходит с валютой, как это происходит? То есть, когда мы взяли по минимальной цене монету, которую сказала компания Seiko, мы ее взяли, цена начинает, естественно, потихоньку расти. Когда биржа увидела, что эта монета начинает расти, естественно, подключаются все трейдеры скупать эту монету, чтобы заработать на росте. Но в этот момент вы ставите стоп-лосс, и монета продается у вас. Вы заработали свой процент. Естественно, монета дальше начинает расти, и в конечном итоге, когда уже монета достигла определенного пика, происходит ее падение, так называемый памп. И в этот момент неграмотные трейдеры, естественно, пытаясь угнаться за ростом монеты, в конечном итоге могут потерять свои финансы, потому что они купили дорого, она упала, и продать придется дешевле. И на этом, конечно, они не заработают. Но когда вы работаете в команде, я приведу вам очень простой пример. Да? Рыба, когда она находится в стае, ей легко уйти от пасти касатки. Но если от стаи отбивается рыба, то она обязательно останется во рту касатки. Так что, друзья, командную работу никто не отменял, как на биржах, как и в бизнесе, как и в любой работе. Да, то здесь мы работаем командой. И самое интересное, что здесь есть реальный продукт. Компания дает нам возможность его попробовать. И снимаются сомнения вообще, а действительно ли это? Действительно ли это проект? Действительно это? Снимаются такие вопросы. А кто основатели компании? А кто за этим стоит? Потому что вы знаете, когда я в магазин прихожу и покупаю молоко, я не смотрю, кто основал производство этого молока, кто основатель. Да мне все равно, потому что я покупаю молоко, я только смотрю на его срок годности, да, можно его принимать или нет. Также и здесь, когда вы получаете сигналы, вы получаете реальный продукт, который приносит вам деньги, вам все равно даже, кто основатель и так далее. Но все основатели есть. Официально компания зарегистрирована в Японии, псевдоним Йоши Гагава также существует. При
обороте полмиллиона долларов, вы также можете присутствовать, не то что присутствовать, вы будете приезжать в Японию за получение премии, это около 20 тысяч долларов только премия у вас, где вы можете познакомиться с основателями. Также 15 числа будет директор по развитию компании Франческо вести первые вебинары. Сейчас это мы пробуем сейчас проводить свои вебинары объяснительные для того, чтобы люди понимали, какая мощь стоит за компанией. Вы видели, сколько миллионов компания уже заработала на трейдерстве. Она готова брать деньги в управление и приумножать их. И она готова делиться инсайдерской информацией для того, чтобы мы могли также зарабатывать, как зарабатывает компания. И понимать, что есть реальный продукт и двигаться вместе с компанией. На этом компания и зарабатывает. На этом компания по сути и зарабатывает. Естественно, к концу 2018 года также будет введена на международный рынок самостоятельной криптовалюты второго поколения, где также мы можем с вами заработать. Итак, давайте дальше. Что такое трейдинг? Я это не буду объяснять, да, потому что все мы понимаем, это работа с криптовалютой на ее волатильности. Есть разные слайды, вы можете в чате взять слайды на русском языке и чуть-чуть изучить или в гугле самостоятельно. Итак, давайте об инвестиционных пакетах. Самое интересное, что человек может начать с минимального дохода всего 10 евро. Да, и получать от 190% годовых. Это очень хороший процент, вы сами прекрасно понимаете, который начисляется на евро. Никакой банк таких процентов не дает. Начисление с пакета 10 долларов ежедневно. И вывод также ежедневно. Естественно, с пакетов уже 45 евро и больше, вы уже и получаете выплаты по пятницам. И выводите свои деньги. Мы видим, что пакеты можно апгрейдить. Если вы заработали, вы купили пакет 10 евро и заработали 35, вы можете сделать апгрейд, добавить на 45 и так далее. Таким образом, вы можете достигнуть статуса трейдер. Это пакет 2430. И вот на этом этапе вы получаете сигналы. Потому что многие люди говорят, а можно я буду брать сигналы на этапе 10 евро? Ну скажите, ну какую такую криптовалюту, если ты зашел на 10 евро, ты можешь купить. И зачем тебе давать эти сигналы, чтобы ты бросал, как говорится, знаете, фраза, не бросайте жребий перед свиньями. Кому ты будешь его отдавать? То есть, естественно, человек должен сначала показать свою эффективность. То есть, эффективность – это показатель нашего финансового результата. То есть, если у вас есть пакет трейдера, если вы имеете пассивный доход, естественно, вы получаете доступ к инсайдерской информации. Если у вас этого нет, вы можете просто зарабатывать деньги благодаря маркетингу, строить бизнес и, естественно, достигать максимальных результатов и, естественно, после этого тоже получать инсайдерскую информацию. Все очень просто. Также пакеты на 14 тысяч Infinity, они дают самую высокую годовую доходность, это 323%, 6,2% это недельная доходность у вас, которая начисляется по пятницам, и вы можете спокойно зарабатывать. Хорошо, друзья. Давайте перейдем к маркетингу, потому что всем интересно, сколько ж тут можно заработать и какой маркетинг. Честно говоря, я сам еще не допонимал, насколько потрясающий маркетинг. И когда видя уже результаты на сегодняшний день, мы видим, как начисляются деньги, что оказывается, что все объемы вам идут зачисления, да, не какой-то процент, а именно все идут зачисления, у вас растет процент от этого, то это, конечно, поразило. То есть на таком маркетинге можно заработать хорошие деньги, плюс есть продукт, который можно реально проверить. То есть, итак, есть несколько видов дохода. Это первая партнерская программа, это премия за закрытие рангов, это спикерский бонус, это есть бонус на офис, если вы хотите открывать свой офис в своем городе. Также есть автобонус, ну и лидерский бонус. Вот об этих бонусах мы сегодня поговорим, для того, чтобы каждый человек мог понимать, как это работает и достигать лучших результатов. Итак, партнерская программа позволяет нам иметь с первой линии 7%. То есть, если вы зашли на 10 евро, вы получаете 7% с первой линии. Дальше, естественно, вам нужно расти. Маркетинг, конечно, не халявный, я вам хочу сказать, но очень простой. То есть, почему? Потому что... Так, есть все. Все отлично есть.
Итак, друзья, вы можете получить в зачисление 3000 долларов в оборот своими личными также вкладами, покупая свой личный пакет. Это вам также зачисляется. Но смотрите, следующий объем, и вы получаете там премии за ранг 100 долларов. Следующий, вы пригласили одного человека. Он сделал 25 тысяч долларов минимальный оборот. Лично, да, со своей командой, вам поднялось до 11%, и вы имеете разницу от всех людей, которые у него в структуре на 9%. Значит, вот если у него бронзовые директоры выросли, то вы можете иметь 2% бронзовых директоров от их объемов. Если появились партнеры, вы также имеете разницу между 11-7% от объемов этих людей. Естественно, это хорошие доходы, и таким образом это вы получаете постоянно доходы от всей работающей структуры, которая у вас появляется. Золотой директор, объемы 50 тысяч. И теперь здесь такая ситуация. Проценты вам поднимают. Ну, во всем маркетинге ваша вторая половина команды должна сделать половину личного оборота, который сделал один человек. Ну, например, если вы серебряный директор и в вашей команде 25 тысяч долларов сделал один человек, вам зачислилось 25 тысяч, вы стали серебряный директор. Но премию вы получите только когда у вас второй человек или вся вторая половина команды сделает половину оборота 25 тысяч. То есть это получается 12,5 тысяч. И в кабинете сейчас сделали бонусы, где показывают красным. Мы перейдем к этому. Так, друзья, все нормально, да, со звуком? Давайте сейчас сразу приведу примеры на кабинетах, для того, чтобы вы могли видеть и таким образом это понимать. Сейчас, секундочку. Показываем экран. Как видно экран сейчас? Так, экран видно, вижу. Так. Вот, давайте рассмотрим. Смотрите, то есть закрыт был ранг уже золотого директора. Это ранг 50 тысяч, но премию 2000 долларов я не получил. Почему? Потому что вторая половина моей команды еще нужно выполнить 23 065 долларов объема вся команда. Например, сейчас приведу пример. 50 тысяч долларов сделал один человек со своей командой. Ну, давайте возьмем пример на структуре. Вот, например, структуру мы видим. Сейчас. Вот, например, сейчас, секундочку. Где там? Ну, допустим, вот этот человек, смайлик, сделал 50 тысяч долларов оборот своей команды. А все остальные люди слева и справа, ваши личные, ничего не сделали. Естественно, вам проценты зачислятся, вы станете непосредственно по статусу, процент вам поднимется, но ваша задача простимулировать всех ваших людей для того, чтобы вы могли половину выполнить самостоятельно. То есть, чтобы все люди выполнили половину товарооборота. Так, давайте сейчас на слайды. То есть, таким образом, маркетинг стимулирует вас расти, да, и догонять сильных людей, которые на сегодняшний день делают вам объемы, которые повышают вас в проценте и которые дают вам разницу от процентов от всей структуры. Таким образом, это мы видим платиновый директор 14 тысяч, человек, который сделал уже полмиллиона оборот, сапфировый директор, приглашается лично, приглашается лично в Японии на вручение премии 20 тысяч долларов. Это уже сапфировый директор, где вы непосредственно уже можете приехать в офис Японии, увидеть, как работают трейдеры, как работает компания Iseika, и таким образом убедиться еще в серьезности работы компании Iseika. Итак, ну, маркетинг дальше мы видим 16%, 17% с первой линии по достижению дальше, 18%, 19%. Чем больше мы растем, тем больше, естественно, вы получаете денег. То есть это потрясающий маркетинг, простой, который позволяет получать деньги чуть ли не каждую секунду. Так. Что не видно? Вроде все нормально, да? Так.
Хорошо, друзья. Премии мы видим. Закрытие 3000 долларов, получаете 100 долларов премию. Закрытие 25 тысяч, 2 и так дальше. Мы уже говорили вот о премиях. Сапфировый директор при обороте 500 000, 20 тысяч долларов, приглашается в Японию. Так, ну процесс, здесь есть примеры. Так, давайте сейчас вопросы есть, да? Смотрите, Марина, да, ваш личный объем, это тоже очень хороший вопрос, ваш личный объем зачисляется вам в объем. Например, если у вас личник сделал 25 тысяч оборота, да, у вас вы серебряный директор, но вторая половина у вас не делает, то ваш личный объем, например, на 12 500 закрывает эту 50%, и вы получаете премию 1000 долларов за ранг. То есть все ваши личные объемы идут вам также в оборот. Вот это очень интересно. То есть все объемы, которые на сегодняшний день вы делаете, также зачисляются вам в объемы, и вы получаете также дополнительную прибыль. Маркетинг очень простой. Маркетинг очень денежный, да, он приносит хорошие деньги даже просто от маркетинга, но когда вам начисляется премия, да, тут сидишь вот так, вроде бы движение идет, все нормально, и когда премия 100 долларов, 1000 долларов, 2000 долларов закрывается, ну то есть тут в евро, что еще, это намного больше, ну, по курсу это еще больше, чем в долларах, то действительно это приятно, когда вы можете вывести на карточку себе на AdvetCash или биткоин, при том, что мы видим, что биткоин будет еще расти, мы можем выводить как на биткоин, как на AdvetCash, вы также вы можете вывести, просто вставить кошелек на бирже Bittrex и уже по сигналам компании сразу же закупать какие-то альткоины для создания портфеля и еще приумножения. Я вам хочу сказать, что многие люди мне уже звонят и, естественно, как и везде, начинают работать в команде. Говорят: Юра, а можно мы сделаем так, например, у нас есть сумма на трейдерский пакет, это 2430, но мы хотим помочь каждому приумножить за счет альткоинов, да, на сигналах и купить потом каждому трейдерский пакет, но торговать будем командой тоже на бирже. То есть, ну, лидер заводится, естественно, в команду, он получает сигналы, естественно, он на них торгует, приумножает уже свой капитал и может покупать дальше пакеты. То есть компания на пакете 2430 уже с легкостью дает вам сигналы, и вы можете приумножать. Ну, здесь примеры на разнице. Если вы уже имеете 14%, то вы имеете разницу между золотыми директорами, серебряными директорами и партнеру. Разницу в проценте вам начисляются на бэк-офис. И когда структура растет, объемы увеличиваются, и, конечно, эта разница, она существенно отражается на ваших финансах. Очень хорошие идут денежные потоки, которые вы можете тут же, используя инструмент компании, приумножать на бирже и дальше зарабатывать деньги. Следующие бонусы, очень хорошие бонусы, потому что действительно компания хочет растить людей, чтобы они также обучались. Спикер бонус, это 2% вы получаете от оборота вашей структуры. Также она мотивирует открывать свои бэк-офисы от вашей структуры. В офисе вы получаете 1% от всех проданных в офисе инвестиционных пакетов. Открытие нового офиса возможно только по согласованию с руководством компании в соответствии с корпоративным стилем ISEICA. И, естественно, автобонус. Это автомобильный бонус, как бонус за успешную работу. Здесь очень выгодно также выстраивать первую, вторую, третью линию, потому что именно с первой, второй, третьей линии начисляется вам этот бонус. С первой линии вы имеете 2% от оборота по первой линии, 0,25% от оборота по второй линии и 0,1% от оборота по третьей линии. То есть все дополнительные объемы в таком процентном соотношении начисляются вам на автомобиль. Когда вы достигаете определенной суммы, вы можете себе абсолютно с легкостью выбрать себе Toyota, Lexus или от Yaris автомобиля Toyota Yaris до LX570, выбрать любой себе автомобиль, да, японский, и приобрести за эти автобонусы в своем салоне.
То есть тоже очень хороший бонус, который с легкостью достигается, если человек включается в процесс работы. Лидерский бонус. Мы следим за успехами каждого человека, естественно. Также получается, компания дает для этого на протяжении месяца среди всех наших партнеров ведется рейтинг личных продаж. По результатам этого рейтинга ежемесячно выбираем трех лидеров с самыми высокими личными продажами и дарим им ценные подарки, технику, Apple, дорогие часы, путевки, отдых и так далее. То есть это еще дополнительный лидерский бонус, где компания также видит дополнительные объемы продаж и еще стимулирует для работы хорошей Apple-овской техникой. Ну и промоушен бонус, это каждые полгода компания ISECO планирует организовывать акции для активных партнеров. Выполняйте задания акции, получайте приятные подарки, узнайте об условиях текущих заданиях и стадии выполнения. Вы в любой момент можете в личном кабинете. Сейчас мы видим, что это в личном кабинете нету. И это говорит о том, что у нас есть огромное преимущество сделать бизнес на старте, потому что дальше его делать уже смысла нет. Вы сами прекрасно понимаете, когда вы включаетесь на старте, вы достигаете максимальных результатов. И всегда это фактор успеха, друзья. Потому что я всегда цитирую эту фразу, ей придерживаюсь, это мудрейший царь Соломон, я еще раз его повторяю, это царь, которого нет, не было богаче и не будет в этом мире, так написано, да, и он говорил такую вещь, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа и не у мудрых богатство, а время и случай для всех вас есть. Друзья, неважно, сколько книг Роберта Киосаки вы перечитали, неважно, сколько тренингов на сегодняшний день вы посетили, но если вы не использовали время и случай, да, не попали в тренд, то ваши знания, они не приведут вас к успеху. Хоть вы будете знать все книги наизусть Роберта Киосаки, Дональда Трампа, Ричарда Брэнсона и так далее. Понимаете, есть определенные моменты жизненные. И об этом знают все богатые люди. Время и случай. И есть время, когда нужно включаться в бизнес, да, а есть время, когда растет криптовалюта, нужно приумножать деньги. А есть время, когда нужно просто взять каникулы и отдохнуть. Это летние периоды на бирже, когда идет массовые пампы, где люди выводят деньги и так далее. То есть время и случай для всех их есть. И если человек, не понимающий времени, то естественно он никогда не достигнет больших результатов, потому что у мудрого глаза в голове его. И если человек понимает, что нельзя упустить момента, то естественно он начнет быстро двигаться. Когда мне человек говорит, что мне надо подумать, друзья, я только сказал своей команде, тут не то что думать, тут некогда даже всем еще успеть ответить. Но когда человек, не понимая времени, тренда, развития, что сегодня все переходит в криптовалюту. Поймите, когда уже будут массово люди переходить на биржу, когда все заполонит все корпорации, все будут работать с криптовалютой, друзья, там уже нечего будет делать. И вы видите, как быстро меняются времена. Я вам хочу 100 лет назад, если взять, еще на лошадях ездили. 10 лет назад появились мобильные телефоны. И вот эти 10 лет сделали резкий рывок в информационных технологиях, где все поменялись. Уже машины сами ездят, роботы за нас все делают, уже в космос и там вообще спутники покрыли всю Вселенную. Мы за нас все знают, GPS может определить, кто рядом и где кто находится. То есть происходят за последние десятилетия чудеса. А буквально через 10 лет, если вы отстанете от тренда, то, друзья, вас даже люди в новом поколении вас не будут понимать. Вы будете разговаривать на разных языках. Так что, друзья, как говорил Чарльз Дарвин, в этом мире выживает не тот, кто самый сильный, а тот, кто умеет приспосабливаться к изменениям жизни. Друзья, у нас новое время. И, естественно, нам нужно быстро ловить волну и, естественно, приспосабливаться к новым изменениям, изучать, что такое криптовалюта, защищать аккаунты, смотреть вообще технологии о защитах. Я вот очень тоже люблю, что сейчас специальные ключи продают, да, к своим блокчейнам и так далее. Но в этом надо двигаться, друзья. Нельзя отставать от современного мира и двигаться дальше. И таким образом зарабатывать также деньги. Также мы выводим деньги все. Есть у нас такие кошельки, как Bitcoin, Payeer, OkPay, Edwetcash. Дальше будет добавляться Ethereum, Skrill и другие кошельки Payza, которые
Еще нет. Ну, спокойно люди работают четырьмя кошельками, это Bitcoin Payer, Paid with Cash, как выводят, так и вводят свои деньги. Так, давайте мы закончим. Ну, и естественно, Yoshi – это электронная валюта, действующая внутри платформы, ее нету на бирже, все средства, введенные в систему, конвертируются в Yoshi. Да, это просто облегчает как бы работу понимания. Начисляются деньги вам не на криптовалюту, а на ваш депозит, потому что мы работаем как доверительное управление с вами, то есть мы доверяем с вами финансы, да, компании, которая нам дает определенный процент. И естественно, пока мы видим, что это работает в этом тренде, мы зарабатываем вместе с компанией, используем ее инсайдерскую информацию и уверенно себя чувствуем, когда это работает. Естественно, мы не можем сказать, когда это закончится и вообще закончится ли это, но мы прекрасно понимаем, что есть насыщение рынка, и когда все перейдет через криптовалюту, такую волатильность криптовалюта отдавать не будет через года 3-4, естественно, такие проценты возможно и не быть. Так что сегодня любого инвестора интересует скорость возврата своих финансов, а скорость возврата вы можете за счет инсайдерской информации даже сделать дневную прибыль до 100%, то это действительно потрясающий доход, потому что у нас есть такие случаи, и вы, наверное, все видели наш ролик, как вот мы показывали на альткоинах с 3 биткоинов через инсайдерскую информацию человек за 2 месяца сделал 60 биткоинов. То есть представьте, во сколько он увеличил свои 3 битка, и мало того, что те 3 битка он завел еще по той цене, которая была, например, $900 за биткоин. Сам биток сегодня вырос уже на 3200, да, это уже и не 60, а намного больше, но плюс еще криптовалюта. То есть вот такие возможности на сегодняшний день дает нам компания iSeika. Она дает нам реальный продукт, и в чем заключается... Так. Сообщение следующее. Почему возле кнопки вывода нет значения минимум? Поставь небольшую цифру, улетает непонятно куда. Николай, пожалуйста, давайте сейчас я передам это также в техподдержке. Поймите, если вы видите какие-то ошибки, то, пожалуйста, пишите их для того, чтобы мы могли передавать в технический отдел и улучшать все вопросы. Вы также сама можете этот вопрос написать через Google переводчик на английском языке и прямо в техподдержку. Техподдержка работает на 3 языках, к сожалению, на русском пока не работает, но через Google переводчик многие партнеры справляются и хорошо отвечают. То есть на нескольких, на 3 языках уже работает техподдержка, и вы можете также туда все эти вопросы задавать, потому что, поймите, есть еще в кабинетах некоторые баги, если вы выявляете, то, пожалуйста, делайте скриншот, если вы заметили какую-то ошибку, то и сразу же отправляйте ее в техподдержку. Еще такой момент, обязательно настройте, некоторые говорят, у меня нету кнопки вывода, зайдите в профиль и настройте свои кошельки, вам нужно просто в профиле указать в настройке кошелька, на какой кошелек вы хотите выводить, AdvetCash, значит укажите кошелек AdvetCash, если биткоин, кошелек биткоин. Таким образом, когда вы уже выводите, там есть кнопка «Вывод», вы выбираете свой кошелек, который указали, например, биткоин, выставляете цифру, выбираете «Изъять», Google переводчик переводит так, и «Применить», и у вас деньги выходят на ваш кошелек, который вы указываете. Так, Юра, скиньте это видео. Наталья, видео чуть-чуть сейчас почистится, потому что есть еще слабый звук. Просто на быструю руку делали, его сейчас доделывают более лучше. И, естественно, в чатах мы скинем, для того, чтобы могли люди работать. Так. Когда сайт переведется на русский язык, друзья, не знаю. Так же самое 15 числа будет первый вебинар. Но, честно говоря, многие люди, Google переводчик довольно нормально переводит, и тут особо переводить не будут. Но будут на нескольких языках и уже делается, то в принципе здесь надо только ждать. Ну, это нам не мешает по сути работать.
Google переводчик. Если вы работаете через Google Chrome, на белой месте просто правой мышкой нажмите на кнопку и это выберите перевести на русский. У вас сайт будет на русском языке. Кошелек можно ли поменять через время? Лилия, конечно, можно. Вы можете зайти опять же в профиль, там есть редактировать кошелек, удалить и поставить другой. То есть без проблем вы можете, конечно, это делать. В принципе, кабинеты простые, будет сейчас улучшаться структура, также уже ранги добавили модуль, чтобы видно, какая вторая половина вашей команды, насколько приносит работу, да, чтобы видно было стремиться получать дальнейшие премии. И, естественно, кабинет с каждым разом улучшается. Сейчас еще там будет калькулятор, потому что...